Мадридский Реал одержал домашнюю победу над чешской Викторией 2-1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Хозяева открыли счет на 11-й минуте, Васкес от правого края штрафной сделал зрячую передачу верхом на дальнюю штангу, Гейда потерял позицию, а Бензема набежал и головой мяч вколотил в сетку ворот, счет 1-0. На 55-й минуте Вальверди отпасовал к линии штрафной на Бейла, тот пяткой дальше отыграл на ход Марсело, а уже в завершении бразилец изящно перекинул мяч через голкипера 2-0. Отквитать один мяч гостям удалось на 78-й минуте, легко чехам далась атака через центр. Грошовский получил передачу от Чермака, а далее Патрик с линии штрафной низом покатил мяч в самый уголок ворот 2-1. Таким образом, Реал с 6 очками возглавил группу G. На втором месте Рома 6 очков, третий – ЦСКА 4, а Виктория с одним очком замыкает квартет.